Приветствую всех. С вами Низирамас. И мы продолжаем. Завершаем, точнее, прохождение Паразитов 2 на Скавенджере. Без использования Паразит Энерджи. Она же магия, она же... Как еще угодно ее называете. Это... Пьяный карась. Фига ты близко, ты чё? Не нарушай моё личное пространство, тварь. Ну ладно, пускай Ай отдохнет пока. Отлично. Так, и съедаем протеин. И берем рингер. Вот сейчас будет боль. Тупо боль. Я буду... То есть я не буду стараться ему сейчас все вынести. 90 хп. Просто ступо языком слезал, блин. Сколько, блин, в тебя еще влезет? Газ, надеюсь, сейчас пройдет. Ой. Не, надо лучше подлечиться, по-моему. Ого! Вот это прикол. Понятно. Так, да, я что-то запоздал. Успел, отлично. Да, то есть никак нельзя мне попадать под эту атаку. Я понял.
У меня все заряжено, да? Так, понятно. Мне кажется, надо вот это пробить ему. Так, ну понятно. Это, короче, уже ГГ. Дубль неизвестно какой. Пока еще, по-моему, третий, да? Я прям максимально далеко встану. Ты меня башкой тоже можешь задеть, да? Ну, конечно. Никто не говорил, что это будет легко. Да, башку надо определенно сначала снести ему. В смысле? Давай, пускай желтая. Ну да, уже, конечно, к сожалению, пошло дело, но надеюсь, он будет медленнее поворачиваться. Ой, я уже весь этот потратил, серьезно. Ой-ой-ой. Хреново. Я забыл, что я тебе башку еще не снял. Thank you.
Ой-ой-ой. Тебя вообще пробить можно, интересно? Понятно, все. Нет, башку ему точно надо добить до конца уже. Так, сейчас он пузо, надеюсь, открывает, да? Нет. Давайте-ка я попробую вот это взять, что ли. Отлично. Сейчас пузо. Ты меня поймал. Чтоб тебя. Ё-моё. Да серьезно, блин. Фигово. Уйди нафиг. Уйди нафиг, щупальце тупое. Скотина, подловил меня, чтобы снова ослепить. Ну все, по крайней мере, ослепления больше не будет. Окей. Надо сейчас сдохнуть могу? Вроде нет. Ну, с руками я уже ничего не сделаю. При всем желании. Если руки откусывают, то их надо знать в самом начале.
Валим, валим, валим. Максимум 4 удара могу сделать. Ой, он еще может не крит принять, серьезно? Я думал, он всегда критует. Ой-ой-ой-ой-ой. Уф. Это сейчас было тупо близко. О, беги, беги, беги. Не знаю, что вроде есть где-то места, где можно от этого взрыва уклониться. Безопасно. Кстати, а если я вот это возьму? И просто буду по одной гранате ему напихивать. Я еще имею в виду в пузо напихивать. Ну, так типа тоже можно. Главное, чтобы он в меня эту дырку. А, серьезно, я все-таки отбил ему руку. Я думал, их уже не отбить. Беги, беги, беги. Так, ну все, по крайней мере, эта сторона у него безопасная стала. Теперь он в меня не наплюет. Серьезно? Ты угораешь? Штука. Так, сломал я ему эту штуку. Сколько у тебя хп у нее еще? Да, блин, я думал, я еще прицелился в то. Но нет. В то я еще не прицелился. Блин, ну давай, морда. Без лица.
Да, блин. Не очень хорошо. Идея, если я правильно понимаю, он должен вообще максимально медленным стать. Что теперь я его без проблем буду догонять. Так, ну на этом мне надо, конечно же. А, он не может пускать вторую волну. Пока еще первая жива, окей. А, у тебя щупальца появились. У этой руки еще даже газ остался, по-моему. Вот, собственно, и он. Куда? Блин, я стреляю. Так, погоди. Я все-таки хочу у тебя руку пробить. Тоже успеть. Ты должен быть теперь медленный. Ну, ты не угадал. А кто это тут открылся? Так, погоди. Не пробивает. Да ну все, ты мне больше, кроме своего пуза, ничего не можешь показать. Теперь главное не облажаться. Нет, не открывает еще. Вот дверь открывается.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я что-то начал крутиться уже. Ну, открывайся давай. Ну, добивать буду гранатометом, я думаю. Больше одной гранаты все равно я пускать не, даже пытаться не буду. Сколько у тебя еще хп? Наконец-то. Фух, чтоб его. Возьму все, конечно. Часть из этого мне особо вообще не нужна, я бы сказал. Так, у меня 5 рингеров, да? А у меня столько места с собой нет даже. И вот вопрос, как лучше поступить? Так, ну святая вода явно, скорее всего, нужна. Я просто думаю, либо надо взять плеер, чтобы в случае чего меня не законфузило, и я не, ну, просто не получил еще дохренален урона. Просто у этой финальной боссины есть атака неприятная. Когда она... просто стоит на месте, точнее, это не... когда она вот эти свою статусную атаку, там три светящихся шарика в меня пускает, там разные эффекты у них бывают. И вот конфузу мне бы точно не хотелось. Еще бы, конечно, от паралича, но от паралича нет защиты в принципе. Нужен ли мне гранатомет? Я не уверен. Ну, пока оставлю. Ладно, попробую так. Надеюсь, мне 5 лекарств хватит. Ух, нервы, нервы. Этот босс был жесткий. Так, главное, уходим, уходим, уходим. А, ты меня задеваешь, да? Поймала все-таки, зараза такая. Давай, отлично.
Когда она вылезает, она особо уязвимая. А, серьезно? Окей. Я думал, она один раз вот эту пару атак своих делает. Так, Айя, давай. Сбиваем. Фух, это было близко. Что-то мне подсказывает, что вот эта атака может меня ваншотнуть. Вот это ее песня. Я ей очень мало, видимо, еще урона снял, что она не пытается другие атаки пока делать. Давай уже. А где криты, блин? А, я. Как я в нее сейчас не попадал? Ну надо же, наконец. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты захлопнешься из этого мира. Да чтоб тебя. Козел летучий. Не, я вот сам, по-моему, чуть ли не впервые увидел вот эту анимацию, что у нее можно зад отбить. До этого я ее как раз таки у Рейда увидел в одном из прохождений.
И она, кстати, у себя сейчас отрегенила еще. Ой, на всякий случай. Уже, по-моему, самой игре плоховато, как-то FPS падает, когда она кровоточище через свои порталы прыгает. Да ты ж скотина! Мне кажется, у нее должно быть немного хп. Ну да. Ура! Это было жестко. Ну да, как обычно, посмотрим в конце этот ролик, означающий, что у нас лучшая концовка. Вот этот челлендж уже был прям серьезный. Под конец пришлось прям запотеть, я бы сказал. И никак особо не влияло то, что я не фармил многих врагов. Ну, потому что... Даже если бы я себе там на одну протеинку больше смог взять, а толку... Финальный босс меня бы ваншотил и так, и так. Ну, предфинальный, точнее. Но это было жестко. Я доволен, что я все-таки получилось это пройти. Ну и как я говорил, следующее прохождение у нас будет анти-челлендж. Ну, на этом я благодарю вас всех потихонечку за внимание. Сейчас посмотрим результаты. Это у нас были титры, по идее. Ну, конечно, так. У нас так. Ну, Джилин. Святая вода. На этом мы, собственно, заканчиваем данное прохождение. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих прохождениях. Всем пока!